А теперь дискотека! Ты будешь нашим королем. Очень оригинально ребята подошли к работе. Мне очень понравилось. Драйв есть, напор, энергетика. Просто даже через телевизионный экран заводишься. Здравствуйте! Это кавер-шоу «Песня на песню», где музыканты встречаются не на сцене, а на ринге. 20 музыкальных команд, 10 жанров, 3 кавер-раунда. Каждый выпуск посвящен определенному жанру – от рока до синтфейва. Музыканты экспериментируют со звучанием песен, побеждают самые смелые решения, самые оригинальные идеи. С 24 октября по 26 декабря по субботам на телеканале «Продвижение» в Омске следите за нашим музыкальным батлом. Победителей выбирает независимое жюри. Жюри кавер-шоу «Песня на песню». Дмитрий Янковский, солист проекта «Неоклассик», солист театра «Геликон Опера», участник шоу «Голос». Александр Олешко, заслуженный артист России, актер театра и кино, телеведущий, певец. Григорий Гладков, советский и российский бард, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Андрей Маликов, музыкальный продюсер, директор группы «Мираж». Get funk, get funky, восклицали джазовые музыканты, не подозревая, что тем самым дают имя новому музыкальному жанру. А через несколько лет появился еще один стиль, который угодил новому поколению, привнеся на танцпол больше легкости и мелодичности. Так и хочется сказать. А теперь дискотека! Сегодня фанк и диско. Фанк и диско. Фанк появился в середине 1960-х в США как видоизмененный утяжеленный соул. Идейный вдохновитель и крестный отец фанка Джеймс Браун. Фанк — это жанр танцевальной музыки, что определяет его специфические особенности. Синкопированность партий всех инструментов, пульсирующий ритм, кричащий вокал, многократное повторение коротких мелодических фраз. 80-е — самые звездные годы в истории звучания фанка. На танцполах воцарились исполнители фанк-музыки Майкл Джексон, Принс и Джордж Майкл. Фанк-музыка дала толчок развитию еще одного танцевального жанра — диско. Его история начинается с начала 70-х. Название произошло от слова «диск» или «дискотека». Как и в фанке, ритм в диско-музыке определяется ярко выраженными партиями басов и ударными. Однако в диско нет и следа от брутальности и спонтанности фанка. Его звучание более нежное и мелодичное. Самыми яркими представителями диско являются Donna Summer, Village People, Bonnie M, ABBA. Дамы и господа, представляем вам участников шоу «Песня на песню», фанк и диско. В красном углу ринга группа «Стерео». Ребята сегодня отвечают за фанк. В синем углу ринга группа «Прямой эфир». Они сегодня отвечают за диско. Ребята, вы сегодня действительно представляете такой жанр, как фанк. Расскажите, в чем его особенности с точки зрения музыкантов? Тут музыканты должны быть профессиональны, потому что фанк — это сложная музыка, и в основном звучат пачки дудок. Дополняют ритмы особенные, бас-гитара, рисунок и, конечно, вокал, он определенный, с харизмой. Я уже, не может. Зарядился фанком. Группа «Прямой эфир», Никит. Про диско. Расскажите нам, в чем особенности? Пульсация очень простая, в каждую долю, постоянно повторяющаяся. Также электронные инструменты. По-моему, шикарная это лекция. Полный и развернутый ответ. Спасибо. Какой харизмой, темпераментом должен обладать исполнитель, чтобы выйти на сцену и показать настоящий класс? Он должен быть танцевальный, заводной, чтобы заводил и музыкантов, и толпу, и сам от этого кайфовал. Спасибо вам большое, ребята, давайте поаплодируем друг другу, потому что буквально через минуту начнется наш баттл. Ну а мы объявляем первый раунд. Советская песня. И на ринг приглашается группа «Прямой эфир».
Группа «Прямой эфир» представит песню «Беловежская пуща» из репертуара группы «Песняры» 75 года. В исполнении группы «Стерео» прозвучит песня «Алло» из репертуара Аллы Пугачевой 1988 года. Заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий, непонятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, здесь забыты давно наш родительский кров. И услышав порой все равно, а я не буду вспоминать, как могла все время.
Хотите поменять жизнь? Начните с головы. Лаборатория перемен «Я за» всегда на яркой стороне. Мы благодарим стилистов проекта, подчеркнувших образы участников. Объявляется второй раунд. Детская песня. В исполнении группы «Прямой эфир» прозвучит песня «В синем море в белой пене» из одноименного мультфильма. Группа «Стерео» выбрали народную песню «Два веселых гуся». Именно эту кавер-версию мы услышим прямо сейчас. В море ветер, в море буря, в море воют ураганы. В синем море тонут лодки и большие корабли. Изумруды и рубины осыпаются дождем. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Money, 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 a lot of money in the rich man's home. Money, money, money must be funny in the rich man's home. Будешь сеять ветер море, синем море в белой пене, пусть захлебываясь пением, море тонут корабли. Пусть на дно они ложатся с якорями, с парусами, и тогда твоими станут золотые сундуки, золотые сундуки. Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты, изумруды и рубины осыпаются дождем. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем, ты будешь нашим королем. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ходили гуси, ходили с бабусей, ходили серые.
серый, другой белый, один серый, другой белый. Группа «Прямой эфир» исполнит песню «Имя 505» из репертуара «Время и стекло». В исполнении группы «Стерео» прозвучит песня Ивана Дорна «Ненавижу». Мои друзья, что я признаюсь, ну а ты не
я себя, потому что знают все мои друзья, что я признаюсь. Но ты не скажешь, да, мне будет стыдно. Мне будет стыдно. Ненавижу, ненавижу я себя, потому что знают все мои друзья, что я признаюсь. Но ты не скажешь, да, мне будет стыдно. Благодарим команды за три ярких раунда. А теперь слово жюри проекта. Представляем вам жюри кавер-шоу «Песня на песню». Дмитрий Янковский, солист проекта «Неоклассик», солист театра «Геликон-опера», участник шоу «Голос». Александр Олешко, заслуженный артист России, актер театра и кино, телеведущий, певец. Григорий Гладков, советский российский бард, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Андрей Маликов, музыкальный продюсер, директор группы «Мираж». Жюри оценит наших музыкантов по трем критериям. Исполнительское мастерство, соответствие музыкального материала заявленному жанру, оригинальность кавер-версии. Максимальная оценка по одному критерию 5 баллов. Оценки суммируются. Понравился второй коллектив особенно. В стиле драйв есть, напор, энергетика. Просто даже через телевизионный экран заводишься. Это очень здорово. Вы должны отличаться друг от друга, и вы должны отличаться от того, кто рядом с вами. А это не запомнишь. Оно что было, что не было. Все совпало. Так что все в порядке. Здесь пятерка. Ребята постарались, но они слишком, мне кажется, переусердствовали, потому что намешали в это произведение массу всего, что сразу прям вспыхивает в мозгу ассоциативно. Очень оригинально ребята подошли к работе, мне очень понравилось. Все соответствует полностью заявленным позициям. И даже уже второй раз замечаю, уже другого коллектива, ребята напомнили о шведской эстраде, кусочек легендарной группы «Абба». Хорошо сделано, но мне кажется, вот здесь у солистки то же самое, что я увидел вот в первом блоке. Мы старались и немножко перестарались. То есть увлечение вокальной партии имени голоса, она перекрывает все остальное. Потому что вот в этой песне, ну, очень вкусно и в тему придумано, что они здесь поют про гусей, а потом они вставляют цитаты из мультика «Утиные истории». Это круто, это вызывает улыбку. Победителями кавер-шоу «Песня на песню» фанк-диска становится группа «Стерео». Группа получает подарочный чек на 10 тысяч рублей, а также цветы от нашего цветочного партнера «Флорец». Команде «Прямой эфир» наш партнер «Русская пицца» дарит сертификат на вкуснейшую пиццу. Спасибо. Прямо сейчас мы узнаем, кавер-версию на какую новогоднюю песню представят наши победители на гала-концерте. Сегодня наши победители — это группа «Стерео». Ребята, представители от вас. Юр, выбирай любую карточку, на ней название композиции. И эта песня «Белая зима» София Ротару. Мы услышим эту композицию в стиле фанк. Нашим зрителям мы предлагаем составить плейлист гала-концерта, проголосовав за наиболее понравившийся кавер этого выпуска в нашей группе ВКонтакте. Все новости и бэкстейджи о подготовке проекта смотрите в нашем Instagram-аккаунте. Мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Новые эксперименты и новые жанры в кавер-шоу «Песня на песню».